летим из зимы в лето, начинаем наше очередное путешествие, и летим мы на Тенерифу из Дюссельдорфа. Посмотрите, с какими чемоданами люди путешествуют. С ума сойти можно. А теперь я вам хочу показать. У моего мужа проблемы, он не может идти. И вот мы заказали сервис, и теперь его на коляске подвезут прямо к самолету. Вот так это функционирует. Я пешком, а вот Хартман. Мы будем ждать посадку, самолет. Теперь Хартман может двигаться. Но это, конечно, большая помощь людям, у которых есть проблемы с двигательным аппаратом. Мы очень благодарны этому сервису. Мы прибыли немножко раньше, и вот у нас есть возможность посмотреть, как выглядит взлетное поле, как самолеты ожидают своих пассажиров. Хозяйство аэропорта Singapore Airlines. Вот так вот загружают самолет. Огромный. Огромный. А это самолет польской авиакомпании. Я думаю, мы полетим тоже таким маленьким, небольшим. Видите, самолет сингапурской авиалинии, насколько он больше других самолетов. И очень элегантная эмблема. Аэропорт Дюссельдорфа. Один из самых уютных аэропортов в Европе. Единственные с проблемами. К нам присоединились еще люди. Вот тут такой сервис. Можно взять с собой, почитать газеты, журналы. Это бесплатно. В лифт садимся и повезут нас теперь на специальной машине, чтобы мы не вывалились, закрыли штучки. Вот сюда нас сейчас загрузят. Да, сейчас окна закрываю. Опа, с закрытыми дверями. Нет, наша машина не маленькая, вон какая огромная. И сейчас нас загрузят не с обычного входа, а для тех, у кого проблемы. Открыли двери, а сейчас откроют дверь самолета. Мы фотографируем все, да? Вот так функционирует. Вот теперь преимущество инвалидов. Весь самолет только для нас. Смотрите, можем выбирать любое место. Шучу, у нас 31 ряд. Итак, мы летим на Тенерифу из дождливого Дюссельдорфа в страну, где всегда лето.
вам понравилось, подпишитесь на мой канал и познакомьтесь с другими моими фильмами.